Очередной сезон в театре «Астана Балет» стартует национальной сказкой «От Кыз». Постановка танцевальных номеров принадлежит главному балетмейстеру театра Мукарам Авахри. Автор либретто – казахстанский кинорежиссер Бахыт Каирбеков. Композитор – заслуженный деятель Казахстана Карина Абдуллина. Премьерные показы пройдут в сопровождении симфонического оркестра. В основе сказки лежит мифологический сюжет. Театр обещает поразить зрителя красотой костюмов, декорацией, волшебной музыкой и игрой актеров. Показы пройдут при поддержке Министерства культуры и информации. 6 и 7 октября зрителей ждет первая премьера 21-го сезона.